распределение от 18 января 2022 года. Город Клинцы, Клинцовский городской суд Брянской области в составе председательствующего судьи Баженова, пресс-секретаря Картышевой, с участием представителя СТА Клинцовской городской администрации Лаврова, ответчика Шика, рассмотрев ходатайство ответчика Шика Владимира Дмитриевича об отводе суда, установил при рассмотрении гражданского дела по иску Клинцовской городской администрации к Шику о защите деловой репутации ответчиком Шика был заявлен на отвод Клинцовскому городскому суду Брянской области. В обосновании данного ходатайства он указал, что Клинцовским городским судом в отношении главы Клинцовской городской администрации было вынесено два оправдательных приговора. В его адрес поступила информация, что по данному делу не будет вынесено справедливого решения, поскольку глава администрации часто посещает председателя суда и договорился о вынесении нужного решения. Поэтому он сомневается в объективности при рассмотрении данного дела. Учитывая, что судья Баженова находится в подчинении председателя суда, у него также имеются основания сомневаться в ее беспристрастности. Представительство Клинцовской городской администрации Лаврова возражало в удовлетворении ходатайства об отводе судьи из суда по причине его безосновательности и надуманности. Суд, выслушав ответчика в основании ходатайства, представитель ИСА считает данное ходатайство неподлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Согласно части 1 статьи 16 ГПК РФ, судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, является судебным примирителем по данному делу, является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности. Обстоятельств, вызывающих сомнения в объективности и беспристрастности, а также заинтересованности судьи, которой поручено рассмотрение гражданского дела, так и суда в целом, в исходе настоящего гражданского дела не установлено. Ответчик Шик доказательства этому не представил. Родственником лиц, участвующих в деле, судья не является. Основания для отвода суда, приведенные ответчиком, не относятся к числу предусмотренных статьей 16 ГПК РФ, не свидетельствуют о заинтересованности судьи или суда в исходе дела. Сомнений в объективности и беспристрастности судьи не вызывают. На основании изложенного и руководствуя статьями 224-225 ГПК РФ суд определил в удовлетворении ходатайства ответчика Шика Владимира Дмитриевича об отводе суда отказать. Данное определение может быть обжаловано одновременно с решением либо определением, окончательным решением по настоящему гражданскому делу.